Коля, сегодня Шахтер долго не мог распечатать Мариуполь. В чем причина? Что не получалось? Ну, не получалось гол забить, естественно. А, наверное, все-таки Мариуполь не хотел пропускать и отошел, очень сильно прижался к своей штрафной. Сложно было вскрыть их оборону. Потом за 8 минут, с 62-й минуты, Шахтер забил 3 гола. А в чем успех? Прочувствовали слабые стороны Мариуполя? Да нет, играли в том же ключе, как и первый тайм, просто давили, 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 знали, что в конечном итоге наши старания как бы перевоплотятся в забитые мячи. Так оно и произошло. Вернулся сегодня на поле Марлос, сразу забил. Не хватало ли его команде? Конечно, не хватало. Это ключевой игрок нашей команды. Мы очень рады, что он сегодня помог нам победить. Сегодня играли в Мариуполе и чувствовалось, что трибуны вас поддерживают. Было ли для вас приятно как-то чувствовать, что в Донецкой области играете? Ну, естественно, приятно. Мне даже, если честно, показалось, как будто наших болельщиков, которые кричали «Шахтер», было даже больше, чем которые кричали «Мариуполь». Поэтому очень приятно. Спасибо им. Это была последняя игра в чемпионате Украины. Дальше остался как будто финал, Лион. Что для вас значит эта игра? Как вы готовитесь? Что вас мотивирует? Мотивирует выход в плей-офф Лиги Чемпионов, естественно. И сегодня у нас еще предстоит тяжелая дорога. Завтра уже начнем готовиться, естественно, к Лиону.